Хотите научиться создавать сайты, но не знаете, с чего начать? Вам очень повезло, потому что вы находитесь на правильном канале. Если вам нужен мощный многостраничный сайт, тогда вам подойдет платформа Joomla. Если нужен простенький одностраничник или лендинг, но со вкусом, тогда я вам предложу платформу Adobe Muse. Ну а если вы творческая личность и хотите вести свой блог в интернете, тогда вам хорошо подойдет платформа WordPress. Меня зовут Федор Васильев, ваш тренер и наставник. Сложные вещи покажутся вам простой задачей при создании сайта, так как я объясняю все свои видеоуроки простым и понятным языком. Если вы еще школьник или человек преклонного возраста, так или иначе, вы сможете создать себе сайт благодаря моим бесплатным урокам. В подтверждении моих слов вы сможете убедиться на странице отзывов. Более 90 довольных участников моего канала. На канале у меня все по полочкам. Вы сможете перейти в любой плейлист, выбрав нужную платформу для создания сайта и начать обучение в удобное для вас время. Регулярно интересные видеоуроки на канале не заставят вас скучать. Сейчас на канале уже более 300 тематических видеоуроков по разным платформам. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски.